Всем привет, я Звукач Пасек. Для тех, кто в танке, 8 октября двойной праздник. День рождения гильдии Орда Ксенос и день рождения одного из ее основателей, Александра Холинити. Что нам известно об этом человеке? Давайте вернемся в прошлое, на страницу ностальгии. До того, как стать профи, Саша с детства постоянно тренировалась. Когда родители возили ее в школу, она их увидела. Они научили ее не только драться, но еще и читать рэпчик. Всегда мы идем к нашей цели, всегда собираемся вместе, всегда в труды боремся снова. Для кого-то деф стал скучен, но кого-то деф это только основа, а дефы им стали преграду. Ворвемся в копье европейцев, выгоним гнев отовсюду. Как однажды Америка выгнала индейцев, выкинем байкеров ада. Жулика вынесем быстро, как мусор. Стойте, кажется, кто-то звонит. Походу, снова звонит мой продюсер. Йоу, йоу, это Орда Ксенос. Йоу. Нет, не могу. Орда Ксенос, детка, пацаны, гоу. И можно нашу гильдию с армией сравнить? С той армией, которую никто не может победить. Наш генерал-сторонница ведет в опасный бой. Элитную команду ведет он за собой. Здесь офицеры смелые, умелые бойцы. Ордынцы очумелые, бегут, поджав хвосты. Йоу, это небольшой перерывчик. Мне надо взять дыхание. Йоу, дальше, гоу. Орда Ксенос, детка. Никто с ними не свяжется, опасные вообще. Мы нишу плотно заняли на данном поприще. Когда команда ганкеров охотой занялась, орда тут же фулрейдами по кроссам разбрелась. Йоу, Орда Ксенос, детка. Соседи, всем привет, это рэпер Холи Ниндзя. Орда Ксенос, Холи Ниндзя. Всем пис, красавчики, пацаны, гоу. Вот так и появляются девушки-ниндзя. Любимая киса, Злата, которая талантлива, как и сама хозяйка, впрочем. Всегда наблюдает за монитором. Джеки Чана, знаешь? Нет. Так, ладно, ну иди сюда. Ну подожди, все, иди сюда. Так, ребят, гримера дайте сейчас, Джеки Чана из него сделаю. Все на дно! Динару, привет. Ты там как, дружище-то? Не забудь сестренке подарок сделать. И песенку спеть на стульчике. Проводя время в Варкрафте с друзьями, ее скилл был на высоте. Играя как за людей, так и за медведей из ночных эльфов. Любые ивенты и челленджи на ура были. Саша тащит арену, чтоб мы не упали. Версус маг плюс 4 халепала.
but my smell us. You know they can handle us like they're paid us dollars. Yeah, we come scandalous. So who the fuck is sell a ship or back in the palace? Freestyler, rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. Carry on with the freestyler. Санек, тебе поклон как олдскульному игроку и почитателю «Игры престолов». Слышал я, что насчет тебя есть пророчество. Не подкачай. Как там твой отельный бизнес? Наверное, всех вредных посетителей ставишь на свое место. Надеемся, что твое будущее будет только в светлых тонах. А в этот, ну, очень знаменательный день хотим пожелать тебе теплого бобра, не болеть, только вперед шагать и смотреть. Всегда быть веселой и милой девчонкой. Такой, как мы тебя знаем с эпичных времен. С днем рождения тебя и всех нас. Всех с праздником, ребята. Ах да, чуть не забыл. Пока Андрюха пиво пил. Ты к нам заходи в гости в TeamSpeak Империи зла. Возможно, еще не раз плечом к плечу спасем с тобой осирот. Что уж зааплодирует сам Брюс Уиллис. А деньги слать на мобильный телефон, который вы увидите ниже комментариев. Подписывайтесь на наш канал. Пока и удачи. Жопа.